Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас в зеленой студии с коллегами, которые будут сегодня разговаривать и с которыми мы будем разговаривать и беседовать по поводу того, меняют ли цифровые технологии наш город. А наш город, мы знаем, Москва, мегаполис известный, и в 2022 году она заняла первое место по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в индексе, или как его иногда называют, рейтинге городского процветания, которое проводила ООН «Хабитат», да, и здесь было несколько шкал. В том числе была одна шкала, которая говорила о развитии инфраструктуры. И Москва здесь заняла первое место. И он, город стал абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству, чистой воде, санитарии, возможности использования интернета, доступность врачей. Мы об этой теме будем сегодня тоже говорить. В категории качества жизни лидерство Москвы обеспечили сильные позиции в высшем и среднем образовании, науке и в музейном деле. И эксперты высоко оценили низкий уровень преступности и высокое качество общественного пространства города. Как мы с вами знаем, развитие инфраструктуры города, в том числе и цифровых инструментов, влечет за собой изменение жизни горожан, быта, уклада, каких-то привычек. Происходит изменение стратегии и форматов социального взаимодействия. И вот о том, как меняется это взаимодействие между горожанами, когда они находятся в позиции просто горожанина, когда они находятся в позиции обучающегося студента или школьника, или когда они находятся в роли, выполняющей свою профессиональную деятельность, да, будь то врач, педагог, водитель, то они тоже взаимодействуют с другими акторами. И вот как то, как мы их обучаем, как мы их готовим к профессии, как они работают в своей профессии, как это все происходит и какое влияние оказывает на город, и как город оказывает влияние на наших с вами горожан в разных позициях. Мы поговорим сегодня, и у нас будет два основных вектора, две основные сферы для разговора. Это сфера здравоохранения и сфера образования. Мы прекрасно с вами знаем, что и в той, и в другой сфере мы имеем отношения в любом случае. Да? Мы с вами либо были обучающимися на разных уровнях в школе, в колледже, в университете. Большая категория людей у нас обучает, опять-таки в этих же организациях. И они готовятся к этой профессии. И вторая сфера, сфера здравоохранения. Мы тоже все с вами являемся так или иначе пациентами. Мы приходим в клиники, в поликлиники, мы лечимся. И большая когорта людей в этих учреждениях работают. И как мы работаем, опять-таки, как мы готовим, все это оказывает влияние и либо продвигает наш город, развивает и развивает нас в этом городе, либо чем-то мешает. И начнем сегодня разговор со сферы здравоохранения. И первый наш спикер, да, это Николай Юрьевич Романенко, руководитель направления в Центре медицины и лаборатории искусственного интеллекта Сбера. Пожалуйста, вам слово. Да, добрый день, коллеги. Светлана Николаевна, спасибо, что пригласили на конференцию. Я постараюсь кратко, если что, поправите, потому что информации много и хочется ее, соответственно, донести. Да, значит, меня зовут Романенко Николай, я руководитель направления в лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка в Центре медицины. Тема моего выступления будет «Искусственный интеллект в здравоохранении и роль данных в процессе постановки диагнозов». Хотя, на самом деле, такая общая, обширная тема, я буду как-то, не знаю, сужать ее. Для начала хотел, ну, так может быть, для вас всех, для нас всех еще сказать, что Сбер, вот сейчас Сбербанк, это не только банк, которым мы привыкли его видеть, да, там отделение, получение карты, прочих услуг. Вот, уже довольно-таки продолжительное время в Сбере есть, ну, скажем так, различные направления, в том числе, как раз я здесь хотел остановиться на лаборатории по искусственному интеллекту или лаборатории искусственного интеллекта, которая, ну, скажем так, выросла, да, из, получается, из банковской сферы. То есть в первую очередь, конечно, мы
или там коллеги работали над какими-то банковскими направлениями, да, соответственно, искусственный интеллект именно применительно к банковской сфере. Вот. Но в центре, в котором, собственно, я и работаю, как раз центр медицины, он немножко, может быть, стоит в стороне и занимается, ну, скажем так, проблемами здравоохранения, можно сказать и так, да, и внедрением искусственного интеллекта в эту сферу. На этом слайде есть QR-код. Коллеги, вы можете навести свой телефон, да, перейти на наш сайт, посмотреть, чем конкретно занимается лаборатория в целом. Вот, я же расскажу немножко про центр, что мы с коллегами... Ну, скажем так, миссия наша, да, нести три ценности. Вот они есть на сайте, на экране. Практическая, научная и социальная. Ну, вот как раз, собственно, практическая и социальная – это то, что мы в конечном итоге доводим до наших поликлиник, до города Москвы, в частности, да, в коллаборации с Департаментом здравоохранения Москвы. Я, может быть, сейчас... начну с недостатков, да, прошу прощения у врачей, но это такое, как бы, да, объективное, как мы с коллегами видим проблемы, и потом уже непосредственно приду к внедрению искусственного интеллекта. Смотрите, значит, на сегодняшний день вот мы выделили три таких главных момента, да, главных недостатка. Первый – это субъективность, то есть когда мы приходим как пациенты к врачу, врач нас осматривает, спрашивает, да, соответственно, там какие-то жалобы и прочее-прочее, вот, и, ну, то есть все-таки есть некий элемент субъективности. Дальше идет ограничение диагностики, особенно если мы берем, например, не Москву, крупный мегаполис, а какие-то, может быть, удаленные поликлиники или удаленные ФАПы, где, может быть, опыт врачей не такой высокий, технологии, да, там, или какие-то инструменты, ну, скажем так, не так обширно раскрытые, вот, плюс время на диагностику, да, которое периодически у нас там, ну, скажем так, меняется, вот, и, как следствие, это все влияет на стоимость обследования. Вот. И третий момент, человеческий фактор, это усталость врача, особенно если брать какие-нибудь стационары, да, там может врач работать несколько смен, вот, то есть с этими как раз, вот с этими факторами и мы стараемся в своем центре при помощи искусственного интеллекта немножко, ну, может быть, улучшить ситуацию. Так, переходим к следующему слайду. Смотрите, здесь я хотел вкратце, да, рассказать о потенциале использования модели искусственного интеллекта. Ну, соответственно, где можно вообще использовать искусственный интеллект, там, в частности, в здравоохранении. Забегая немножко вперед, у нас есть вообще как бы модели по искусственному интеллекту, ну так образно можно поделить на три части именно в здравоохранении. Это CV, Computer Vision, это те модели, тот искусственный интеллект, ну, грубо говоря, та модель, которая работает со снимками, с сигналами, там, если брать ЭКГ, с изображениями. NLP – это текстовые модели, которые, скажем так, обрабатывают нашу электронную медицинскую карту, то есть это все, что содержит именно текст непосредственно. И аудиомодели – это модели, которые с речевой какой-то аналитикой, да, или там, может быть, с микрофоном нашего, там, не знаю, смартфона настроены, и в частности, опять же таки, да, немножко забегая вперед, если есть вопросы, то аудио сейчас уже помогают заполнять автоматически протокол врача, он говорит куда-то в микрофон, да, и на компьютере это все набивается, чтобы не тратить время и врача, и пациента во время приема. Вот. Следующий момент, где может быть и как, и мы используем искусственный интеллект, опять же таки, да, в системе здравоохранения, это оптимизация рабочих процессов, ну вот как я уже сказал, да, автоматическое заполнение протоколов, более быстрая диагностика, потому что, например, уже существующие модели в московских поликлиниках, подключенных к ЕМИАС, в частности, если мне не изменяет память, по SLA за 5 секунд анализируют электронную медицинскую карту и выдают, ну, как бы свой диагноз, свой вердикт, как в помощь врачу. Поддержка при принятии решения, это вот как раз СППВР, про который я сказал, это диагностические модели, то бишь здесь и сейчас, когда мы пришли к врачу, ну, там, если брать, например, к терапевту, то модель, как только мы переступили порог, запустилась модель, и мы уже... ну, скажем так, за экраном, да, в голове модели, если можно так сказать, какую-то уже информацию у нас искусственный интеллект модель имеет.
Вот. Это диагностическая модель, то есть здесь и сейчас мы анализируем электронную медицинскую карту, какую-то информацию о нас. Вот. И следующий пунктик, прогностические модели, это то, что мы у себя в команде называем скорингом. То есть мы запускаем модель, ну, образно, да, никак не связанную с приемом пациента, она анализирует, и, возможно, на следующий день к нам приходит смс, что вам нужно обратиться в ближайшую поликлинику и пройти какую-то, не знаю, там, диагностику или диспансеризацию. Вот. А теперь коснусь вкратце, потому что времени не так много, про самый главный вопрос, о роли набора данных в процессе постановки диагнозов. Может быть, раскрою какой-то секрет для тех, кто не, ну, как бы не сильно понимает, да, еще пока в искусственном интеллекте, но все дата-сайентисты, это те специалисты, которые разрабатывают модели искусственного интеллекта, очень жадные на данные. Поэтому, чтобы максимально корректно и хорошо обучить модели искусственного интеллекта, нам нужны данные. Чем больше, тем лучше. То есть все мы говорим о качестве, о точности модели искусственного интеллекта, и получается, это вот, ну, если брать какой-то анализ, да, сравнение с маленьким ребенком, то чтобы ребенок понял, что хорошо, что плохо, где там кошечка, где собачка, если мы берем какие-то CV-шные модели, да, картинки, то нам сначала нужно показать, что хорошо, что плохо, где там желтое, где черное, ну и прочее, прочее, прочее. То есть нам нужно так называемые таргеты для модели, цели конкретно, как она будет обучаться, показать. И вот этих данных, чем больше их будет, тем лучше. Вот. И, собственно, для чего нужны данные? Я вот выделил здесь три пункта. Это проверка гипотез. Долго не буду здесь останавливаться, но, опять же таки, данные влияют, например, на... Ну, то есть мы проверяем, как тот или иной диагноз, та или иная болезнь может зависеть от полувозрастных характеристик. Ну, здесь, наверное, самое простое, это я сказал, про глубину тех же самых данных. Может быть, нам нужно электронную медицинскую карту собирать, там, не знаю, 20 лет у пациента. И все мы понимаем, что 20 лет назад просто не было ни системы ЕМИАС, ни компьютеров, которые сохраняли, да, наши папочки с нашими данными, наши МК в компьютерном виде. Вот. Дальше данные нужны непосредственно для обучения модели. И следующий пунктик, он же, ну, скажем так, конечный, это тестирование модели, так называемая валидация. То есть когда мы получаем от заказчика данные, мы их там, в определенной пропорции дробим, большую часть мы используем для обучения модели, и вот в меньшей степени, там порядка около 10%, мы как раз для тестирования валидации, чтобы подготовить отчет, ну и дальше уже, соответственно, переходить там, к этапу внедрения. Так, и, наверное, уже, скажем так, финализируя, да, свое выступление, я расскажу про внедрение, чем же, собственно, да, какие преимущества для врачей и пациентов несет искусственный интеллект. Здесь есть 6 пунктиков, я их быстро прям прочту. Увеличение точности диагностики, ну, как бы здесь, я думаю, комментарии излишни. То есть врач устает, он может там, да, что-нибудь, опять же таки, там, субъективно забыть, или за 15 минут, там, за 20 минут приема не проанализировать всю электронную медицинскую карту пациента за всю там жизнь, ну, или хотя бы за несколько лет, когда, да, пока существует ЕМИАС, когда у нас данные хранятся в электронном виде. Раннее выявление заболевания, как я уже сказал, это прогностические модели, это некий скоринг. Повышение эффективности лечения – это более точная постановка диагнозов, может быть, даже там скопы диагнозов. Уменьшение ошибок диагностики – это, наверное, больше компьютер вижен, это там УЗИ, рентген-снимки и прочие там сигналы, ЭКГ – те же самые. Сокращение времени диагностики – то же самое, да, то есть за 5 секунд, как я уже сказал, модель анализирует электронную медицинскую карту, что намного быстрее, конечно, чем врач. И интеграция с другими системами и устройствами, да, то же самое, при наличии микрофона, как я уже сказал, заполнение протокола или, может быть, даже с какими-то устройствами инструментальными. Ага, да-да-да. Вот. И буквально вкратце, я просто, собственно, да, у меня была информация, как же влияет, например, влияет ли на пациентов и на врачей модель искусственного интеллекта. Вкратце скажу, что да, внедряет, как бы мы ни хотели, встраивание искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни, не только в здравоохранение, оно идет такими семимильными шагами, но здесь вот хочется остановиться на последнем пункте – бесшовная интеграция в медицинские системы. То есть сейчас пациент-врач могут даже не догадываться, что искусственный интеллект, ну, там, встроен, если мы говорим про Москву, в ЕМИАС, то есть ему просто некая, да, там, подсказка в уголочке,
дается, модель предсказала или там, обратите внимание на этот диагноз, или наоборот, там, я не знаю, там, поспрашивайте пациенту об там, том или ином, не знаю, там, жалобе, например. Вот. Поэтому, к счастью или к сожалению, да, как бы это все есть, это все идет быстро, и просто нужно научиться этим пользоваться. Благодарю за внимание. Если какие-то дополнительные вопросы есть, задавайте по QR-коду. Спасибо, спасибо, Николай Юрьевич. Я думаю, что мы вернемся к вопросам и к комментариям из YouTube. Я здесь только скажу вот про комментарии, что действительно коллеги, слушатели пишут, что искусственный интеллект позволяет круглосуточно мониторить пульс, тоже про круглосуточный мониторинг, что пока человек доедет до клиники, может умереть, пока сделаете анализы или пока специалисты посмотрят. А здесь возможность врача обратиться, да, к... к программе, да, к искусственному интеллекту, задать вопросы и тут же на месте получить какие-то рекомендации, ответы, если выехала, допустим, скорая помощь, да, на место, да, к пациенту. Но здесь есть вопрос, я думаю, что вопрос уже после того, как нам Александр Владимирович расскажет или поговорит, а как мы готовим студентов вот к такой работе, потому что инструмент создается, инструмент есть. Но у нас идет постоянная подготовка студента, процесс же не останавливается, и учитываем ли мы, как развивается наука, как развиваются технологии в этой самой подготовке, что мы внедряем и что мы имеем на выходе? Да, спасибо большое, Светлана Николаевна. Действительно, здесь вот эти цифровые трансформации, а я являюсь представителем здесь ведущим, так сказать, вуза нашей страны по медицинскому образованию. Это Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Николая Ивановича Пирогова, всем известный в Москве более как второй мед. И вот правильно Николай резюмировал в конце своего выступления, что вся та фантастика, которая представлено, нужно обучиться, да, это замечательно. Поэтому мы должны понимать, каким образом в уже действующие современные реалии мы встраиваем всех субъектов вот этой образовательной модели. Начиная от школьников при подготовке к предпрофильному как бы образованию, да, для поступления в медицинский вуз, соответственно, тем людям, которые в сфере здравоохранения себя посвящают. Далее студенты, они должны быть уже изначально ориентированы на те изменения, которые существуют. Вот ту фантастику, которую Николай представил, это уже не фантастика, а действительно реальность. Я полностью согласен, все это существует, облегчает жизнь горожан, жизнь москвичей, ну и вообще гостей столицы. И далее система непрерывного так называемого медицинского образования диктует условия обучения постоянного врачей до конца своей профессиональной деятельности. И вот на этом этапе мы тоже должны внедрять новые образовательные технологии, чтобы быть и идти в ногу со временем. У нас это образование, вот если я представлю сейчас, как выглядит современные, например, операционные, а я сам по специальности являюсь врачом-хирургом, то когда-то я в школе имел представление весьма эпические, героические о профессии врач-хирург. Да? То есть это как бы человек в маске, там, в хирургичке, весь забрызган кровью, но зато он спаситель людей, да, и спаситель мира. Такая эпическая картина. Мечта моя сбылась, я стал хирургом. Но вот эту эпическую картину напрочь отобрали современные технологии. Сегодня любая операционная, любой диагностический зал, любой, как говорится, любая лаборатория медицинская, это уже высокотехнологичный медико-инженерный комплекс. И вот на слайде здесь представлены такие как бы пометочки, да, профильная подготовка. Вот здесь важно уже понимать, что на сегодняшний день существует некоторая такая иллюзия, что предпрофильными предметами, дисциплинами в школе для подготовки для дальнейшего медицинского образования, поступления в вуз являются химия и биология. Да? Но на самом деле мы всегда рассказываем нашим абитуриентам, что химию и биологию им придется изучать на протяжении всего образовательного процесса, а ведущими все-таки предметами, которые не надо запускать в школе, являются для современного врача это математика и физика. Связано это с тем, что вся практически деятельность современного врача, она основана на применении высоких технологий, цифровых технологий, и это действительно
нужно понимать уже буквально со стороны школьной педагогики. Да? То есть, когда мы принимаем абитуриентов, они становятся студентами в университете, то сразу уже практически им приходится знакомиться и с высокими технологиями, и с цифровизацией, и это все требует какой-то предварительной подготовки. Да? Ну, поэтому вот мы имеем уже на этапе профильной подготовки, да, предпрофильной подготовки врачей, уже мотивированных, да, значит, наших обучающихся. Ну и современная медицина, как вы видите на этом слайде, это действительно очень серьезная математическая модель. Ну вот, так как мы говорили об искусственном интеллекте, прежде всего, ведь он работает на самой главной платформе, естественном, нашем интеллекте. Да? И вот я специально на слайде здесь представил такую базовую модель обработки информации, но это упрощенная схема, понятно, что там от уровня исполнения рефлекторных реакций до обработки информации, ну и уровень принятия решений. И тут знаменитая схема известного испанского нейробиолога Рамона и Кахали, да, здесь схема нейронной сети, ведь искусственный интеллект это тоже нейронная сеть и подготовка к этим цифровым технологиям должна начинаться, как говорится, с наших реальных биологических мозгов. Да? И мне как хирургу, а хирургия переводится в буквальном смысле перевод этимологически как ремесло, то есть мы ремесленники, да? Этому ремеслу приходится учиться на протяжении многих лет и применять определенные образовательные технологии. И что бы хотелось мне отметить, что когда мы трансформировали образование уже вот под эти современные технологии цифровые, мы столкнулись с некой проблемой, что современный человек, да, он не так быстро на самом деле адаптируется к изменениям. И мы пытались анализировать, с чем это связано. Да? Ну, во-первых, пришли к главному действующему выводу, что педагогика для взрослых не очень подходит. Если ребенок может запомнить, там какой ближайший, сколько парсек там до ближайшей галактики или звезды, там, да, закон Ома запомнить, что формулу синусы, тангенсы, котангенсы, да, то взрослые, они прежде всего практичные, они ориентированы на какой-то практический интерес, то есть на какую-то выгоду. Вот если вы убедите меня в том, что это мне действительно нужно, а не просто так, потому что запомнить, тогда это как-то отложится, да, тогда я войду в эту систему. Ну и вот как бы пирамида такого клинического мышления, формирования клинического мышления у будущего врача, она, конечно, опирается прежде всего на знания, это несомненно, да, ну и самое главное, это практические тренинги, да, так называемые обучение практическим навыкам или по-другому мануальным навыкам, да, то есть врач это прежде тот человек, который, значит, использует свои знания, умения, определенный инструментарий медицинский для того, чтобы оказать помощь больному. Да? Ну и это требует, конечно, обучения. И чем нам были полезны в университете вот эти, значит, цифровые технологии? Прежде всего, это замечательный инструмент, это дополнительный инструмент для педагогики, потому что мы на различных этапах внедрение так называемого симуляционного обучения, пусть не пугает вас это слово, хотя simulation, конечно, мы можем перевести как притворство, обман, никого здесь, конечно, обманывать никто на этапе образования и дальнейших совершенствований практических навыков не собирается. Скорее всего, правильнее перевести эти симуляционные технологии, которые уже более 10, а то и больше лет внедрены в систему образования медицинского, перевести как пациентозамещающие, да, то есть в современных реалиях обучаться на пациентах, как это было, ну, практически совсем недавно, да, уже невозможно, да, здесь уже пациент практически отменен в качестве модели для обучения, да, необходимы вот эти замещающие симуляционные технологии. И вот здесь все эти аппараты, компьютерные симуляторы, тренажеры, человекоподобные так называемые роботы-андроиды, которые заменяют пациента, они обладают не только заместительной функцией, но они являются хорошим педагогическим подспорьем.
уровнем. Для того, чтобы, например, обучить мне коллектив хирургов, несколько человек, да, потребуется определенное количество внимания со стороны педагога, времени, аналитики, а теперь это все решают компьютеры, да, и решают достаточно эффективно, гораздо эффективнее, чем я, как педагог, могу определить, да, вот, степень подготовки конкретного, допустим, хирурга будущего. Но подготовка, она ведь к этой цифровизации, она включает и различную, как бы, воспитательную деятельность со студентами уже, да, непосредственно, то есть, например, цифровые платформы образовательные, ну, там, от электронных журналов до системы, значит, контроля знаний, это все уже давно внедрено в университетскую практику. А вот что еще важно в последнее время, в связи с тем, что над современным обучающимся взято определенное нравственно-воспитательное шефство, и такие понятия, как, значит, наставничество, например, давно внедрено, да, то важно ведь во внеучебную деятельность тоже внедрять эти цифровые технологии, потому что, ну вот здесь слайд называется «Протез мозга и дофаминовая зависимость». Да? Мы же знаем, насколько мы все зависим от нашего смартфона. Ну, можно, конечно, по этому поводу охать-ахать, да, вспоминать там, что некоторые функции мыслительные даже трансформированы в нашей голове. Но ведь, как бы мы ни ахали, это наша действительность, можно грамотно ей воспользоваться, да, и время, которое тратят студенты в смартфоне, использовать во благо, да, то есть уже здесь предоставляют различные образовательные платформы, которые будут их готовить к их дальнейшей деятельности в условиях вот новой цифровой экономики. Ну и в заключение я уже завершаю, да, свое краткое выступление. Я хочу по нашему трех слайдах провести виртуальную экскурсию по учебному центру. Вы видите, как учатся, да, хирурги. Это модели компьютерных симуляторах, использование гибридных технологий, то есть настоящее медицинское оборудование, там ультразвуковые аппараты, рентгеновские установки, эндоскопические хирургические стойки. И, значит, все это связать в единую такую модель, цепочку, позволяет как раз эти цифровые технологии и наши помощники в виде электронного преподавателя. Ну и что вот Николай транслировал здесь, да, это прежде всего мы должны подготовить будущих врачей к использованию вот этого анализа больших данных. Ведь все помнят классическую картинку, там, кто из художественных фильмов, как врачи рассматривают рентгеновские снимки, данные компьютерные, магнитно-резонансные томографии на просвет, на солнце, на свет. Да? И ведь единственным инструментом, который принимал решение, был мозг врача, который имел, конечно, определенные ошибки. Сейчас большое подспорье в этом как раз анализ именно с помощью искусственного интеллекта этих данных. И мы сейчас уже наших будущих врачей на это очень серьезно ориентируем. Говоря об эволюции технологий, конечно, мы можем когда-то, допустим, мы имели в виду и радовались наличию в медицине рентгеновского аппарата и рентгеновских снимков, то далее мы продвинулись до компьютерной магнитно-томографии. А сейчас вот существует, это все можно связать и вплоть до аддитивных технологий использования. Потому что сейчас, например, там пациент поступает в какую-то московскую городскую клиническую больницу с травмой, например, черепа, неизвестно механизм травмы, делается серия снимков, томография, и сейчас можно и проанализировать с помощью 3D-моделирования на компьютере, но технологии не стоят на месте, да, сейчас эти же данные, цифровая модель отправляется в центр прототипирования нашего университета, где печатается с помощью аддитивных технологий модель этого черепа, и хирург тут же в руках имеет эту модель и может порепетировать даже операцию предварительно перед началом, да, естественно, это улучшает качество лечения, непосредственно высокотехнологичного лечения. Ну и также на системе аккредитации или экзамена специалистов, да, потому что очень важно, вот стандарт московского врача – это особый стандарт, да, то есть качество дополнительно нуждается в проверке. И тут, конечно, цифровые технологии – это уже наша новая реальность, когда мы используем даже для общения с пациентом, виртуальным пациентом, знаменитые VR-шлемы, да, когда можно поговорить, предварительно посмотреть, а умеет ли
ли врач вообще общаться с больным, да? И когда мы выявляем этот навык, конечно, этот врач может претендовать на звание московского врача, то есть это высокий стандарт, эти стандарты порой даже выше общероссийских, предъявляемые, потому что правильно Николай отметил, что здесь гораздо в Москве, в столице, в столичном регионе помощь уже медицинская, она ориентирована прежде всего на использование в том числе и искусственного интеллекта, что сейчас очень широко внедряется. И мы к этому ко всему, конечно, должны быть готовы на всех этапах до конца нашей практической деятельности. Ну и в конце такой шутливый слайд, да, о том, что вот даже звезды нашего экрана, да, могут обучиться там, да, принятию новой жизни благодаря как раз этим современным технологиям в считанные минуты. Вот все, что хотелось сказать, спасибо, вкратце. Да, спасибо, коллеги. Я думаю, что очень интересно. Есть комментарии из YouTube и вопросы. Ну, давайте мы перейдем сейчас к образованию, а потом уже поговорим про вопросы. Потому что мне кажется, что как раз очень логично у нас Александр Владимирович говорил о виртуальной экскурсии, которую нам провел по своему центру, а мы переходим к виртуальным экскурсиям в образовании. И нам с нами поговорит об этом о виртуальных экскурсиях в музее «Космос» Альфред Эдуардович Вертозарян, заведующий отделом научной популяризации как раз музея космонавтики. Пожалуйста, Альфред. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Действительно, Александр Владимирович в последних своих слайдах уже сделал отсылку к моему выступлению. И я бы в своем выступлении хотел бы рассматривать музей именно как образовательную такую площадку, потому что сегодня музей является надежным партнером школы, и в некоторых случаях он не просто дополняет школьное образование, а может даже заменить, потому что сегодня учителя проводят основные уроки со школьниками, в том числе и в музейной экспозиции. Таким образом, сегодня уже можно говорить о том, что сформировано музейно-образовательное пространство. Под ним мы понимаем такую целостную, динамическую систему музея, которая функционирует в единстве задач музея и школы. А наличие непосредственно уже цифровых технологий позволяет нам создать такую качественную, комфортную, цифровую музейно-образовательную среду. Хотя отмечу, что тема довольно противоречива в отношении к музеям, потому что, конечно, ничто не заменит непосредственное изучение музейного предмета, да, в экспозиции. Так или иначе, информационные технологии помогают нам. И чтобы еще сузить тему своего выступления, конечно, экспозиция музея, она имеет большой потенциал в проведении школьных исследований. Да и сама школа сегодня ставит перед собой задачу подготовки школьника-исследователя, который способен искать информацию в различных источниках, в том числе в музейной экспозиции или в цифровом формате. И таким образом в музее сложилась такая программа, которая называется «МИР». Это музейная исследовательская работа. Это учебное исследование школьников, производимое в музейной экспозиции под руководством тьютора, учителя и музейного сотрудника. Но вопрос... Как провести исследование в музее, если попасть в экспозицию невозможно? Дети, которые находятся на длительном лечении, которые находятся в других городах. Совершенно по-другому мы взглянули на свою работу во время пандемии, когда мы не могли встретиться со школьниками в музейной экспозиции. Так или иначе, образовательные задачи музей решал, учителя решали их с помощью музейной экспозиции. И такое решение мы получили благодаря наличию в нашем музее такого музейно-образовательного модулятора. Что мы под ним понимаем? Это такая электронная платформа с панорамами музея космонавтики, которые можно рассмотреть на 360 градусов. Там есть 3D-изображение экспонатов, навигация, задания различные, и даже можно пройти викторину. Но это не просто экскурсия по виртуальному музею. С помощью нее мы помогаем школьнику пройти исследование в музейной экспозиции, не имея возможности, да, если у него нет возможности попасть в музей. Конечно, тема космонавтики, она обширна. Мы в такой программе делили наши темы на различные уже подтемы. Это и история космонавтики, это исследование Луны. И вот по каждой такой, по каждому направлению для школьников было создано, ну, давайте назовем это такое виртуальное методическое пособие, которое содержит всю необходимую информацию для того, чтобы попасть в музей и
получить ту информацию, которая нужна ему непосредственно для своей исследовательской работы. Каждый экспонат был доступен, каждый экспонат можно было рассмотреть на 360 градусов, приблизить его, узнать интересную информацию о нем. Ну а в завершении, после решения такого виртуального исследовательского практикума, школьникам предлагалось пройти небольшую викторину закрепления знаний, которые в том числе помогут и в своих исследованиях. Причем присутствие информационных технологий, оно наблюдалось на всех этапах реализации такой программы, и в завершении мы провели такую видеоконференц-связь, школьники защищали работы, мы их оценивали, естественно, в формате видеоконференц-связи, и на связь к ним выходил в том числе и космонавт, который каждую работу прокомментировал. Но в данном случае мы можем говорить в том числе и о такой важной теме, как развитие таких метапредметных навыков, умений, soft skills, которые сейчас действительно очень важны. И в данном случае мы видим, что цифровая, да, как мы уже ее определили, музейно-образовательная среда, в том числе и способствует развитию таких гибких навыков. Мы проводили диагностику развития таких умений у школьников и увидели на выходе из программы, что у школьников в большей степени действительно развиваются такие навыки, как публичное выступление, командная работа, поиск информации. Причем отмечу, да, что все это проводилось именно в дистанционном режиме. И таким образом мы, конечно, можем говорить, что сегодня необходимо развиваться вместе с цифровыми технологиями, музеем, образованием. В данном случае мы говорим о совместном партнерстве, сотрудничестве. И сегодня такие возможности помогают учителю подготовиться, например, к проведению музейного урока. Учитель должен прийти в музей физически, провести урок. А может быть, он в нем еще никогда не был, у него не было времени прийти в него, да, посмотреть, а ему нужно решить различные образовательные задачи. И вот наш модулятор позволяет ему это сделать. Ну а школьникам поучаствовать в таких уроках и провести исследование. Спасибо большое. Буду готов ответить на вопросы в завершении. Спасибо, Альфред. Ну, я, наверное, вот короткий комментарий, как к первому выступлению Николая. Коллеги пишут, что наши слушатели, я надеюсь, что коллеги тоже, музеи подобные визуально вовлекают учеников в пропускание через себя информации, да, то есть, ну, как бы погружение, и осуществляется ли здесь какой-то перенос, может быть, на другие музеи, на другие экспозиции, на другой подход. И вот то, о чем вы сказали, коллеги тоже пишут. Конечно, скажем, в палеонтологии посмотреть на какого-то бронтозавра через VR – это круто, но хотелось бы еще и настоящего увидеть. Да? Согласен с коллегами, безусловно. То есть здесь, вот, наверное, сочетание, да, того, насколько мы выходим в музей, да, очно готовимся к этому выходу. И когда мы дистанционно подключаемся, да, через вот эти виртуальные экскурсии, и здесь, наверное, очень важно, ну, я не знаю, с моей точки зрения, может быть, вы скажете, что нет, предварительная подготовка ученика к тому, что он увидит. Потому что, наверное, когда мы приходим в музей, и традиционно, я думаю, что все с этим сталкивались, класс собрали, вспомните свой опыт, привели в музей, и экскурсовод, педагог отходит на задний план, и экскурсовод начинает экскурсию, может быть, даже и во взрослом возрасте это уже было, и начинает с чего? Как вы знаете? Да? А специально ведь учеников мало кто из педагогов готовит к тому, чтобы они как бы уже что-то знали. То есть вроде музейные работники предполагают это, а подготовки-то специальной нет. Значит, здесь что-то либо надо делать педагогам, либо музейщикам, если они знают, что на самом деле там, может быть, ничего нет, никакой подготовки, как-то по-другому эти экскурсии. Согласен, проводить. Безусловно, предварительная подготовка, но и, конечно, и закрепление. То есть тут, да, и в начале, и в конце такой деятельности как раз использование виртуальной экспозиции, оно может помочь. Ну и, наверное, ну не знаю, такое было ли у вас, что ученики, которые прошли виртуальную экскурсию, потом эту виртуальную экскурсию показывали своим родителям или своим младшим, старшим братьям, сестрам, друзьям, насколько это интересно, насколько это увлекает и заставляет, скажем, тоже это кому-то транслировать. Или таких случаев не было? Такие случаи
Такие случаи, безусловно, были. Я даже больше скажу. Вот я демонстрировал такую викторину, да, в виртуальной экспозиции. Такая викторина даже, она позволяет школьнику, если он затрудняется ответить на вопрос, запросить помощь друга, отправить ссылку, например, там, другу или родителю, попросить его решить, помочь ему решить этот вопрос. Поэтому, безусловно, такая коммуникация и уже популяризация, да, вот космонавтики в нашем случае школьникам самим, она происходит. Спасибо большое. Мы с вами движемся дальше в этом же направлении и будем говорить о том, как какие-то цифровые технологии и вообще технологии, да, приходят в образование, приходят в другие сферы. И будем говорить об этом с Александром Александровичем Букреевым, проектом-менеджером агентства инноваций Москвы. Спасибо большое, Светлана Николаевна, что пригласили на сегодняшнее мероприятие. В первую очередь я хочу отметить, что на сегодняшний день мы все с вами видим, что требуется внедрение дополнительных технологий и инструментов, которые помогали бы нам эффективно взаимодействовать с динамически развивающимся окружающим миром. Ну, к примеру, сегодня в Москве управлять трафиком автомобильным помогают сервисы Яндекс. Сервисы Сбера помогают делать предварительную аналитику по медицине, как мы уже слышали. Есть ряд технологий, которые на текущий момент внедряются в образовательную тематику и помогают студентам и преподавателям, так скажем, лучше и более эффективно проводить обучение и принимать обучение. В этом ключе московское правительство разработало и внедрило большое количество различных программ помощи технологическим компаниям разработки тех или иных инновационных решений. Сегодня я расскажу об одном из них, это пилотное тестирование инновационных решений. Это сервис, который был создан в 2020 году. Сервис помогает инновационным технологическим компаниям проводить апробацию в реальных условиях окружающей действительности и проверять эффективность созданных ими решений в конкретных организациях, в конкретных компаниях с конкретными конечными пользователями. Данная программа позволяет находить технологические инновации, тестировать их, проверять экономическую, технологическую эффективность, помогать компаниям, разработчикам таких инновационных решений выходить на рынок, выводить новые продукты, а также находить импортозамещающие технологии, которые вышли на текущий момент выбыли с рынка. С 2020 года уже было запущено 424 инновационных решений, и 325 уже на текущий момент завершились по большей части успешно. При этом следует отметить, что до 20% инновационных решений, которые прошли апробацию на данной площадке, данная площадка принимает решение об их внедрении здесь и сейчас. Мы посчитали, по нашим подсчетам, более 960 миллионов рублей по итогам проведения пилотных тестирований. На такую сумму уже были внедрены инновационные решения. При этом мы работаем, так скажем, во всех направлениях. У нас площадки есть как в медицинской тематике, так и в образовательной тематике. Мы активно работаем с площадками по тематике экология, в промышленном производстве и так далее. В этом отношении мы не ограничены абсолютно ничем и стараемся всецело помочь разработчикам во всех направлениях. К примеру, у нас в программе пилотного тестирования есть как крупные отраслевые компании, ну, например, Северсталь, банковские структуры, ВТБ, там, связь, Билайн и так далее, так и организации, ну, так скажем, среднего звена. Мы помогаем всем организациям найти те или иные инновационные решения, которые будут удовлетворяли их потребности на текущий момент и в будущий период. Сама схема организации пилотного тестирования, она несложная. В каком плане, условно?
Компания подает заявку на сайте Московского инновационного кластера, входит в программу пилотного тестирования. Мы обязательно проводим внешнюю экспертизную оценку с точки зрения инновационности того или иного продукта, с которым компания зашла в нашу программу. По итогам данной экспертизы мы производим взаимосвязь разработки с потенциальной площадкой проведения пилотного тестирования. В случае, если принимается решение о возможности проведения апробации, мы организуем данный процесс с юридической, формальной точки зрения и организационных моментов. Запускаем данное пилотное тестирование, и по его итогам, в зависимости от того, на какой период это необходимо, ну, тут каждый раз, что называется, индивидуально, потому что каждая разработка, она абсолютно неповторима, мы проводим анализ эффективности проведенного пилотного тестирования, который подтверждает площадка, мы, компания, со всех сторон. В итоге и компания, и площадка получает всестороннюю экспертную оценку по эффективности самой разработки, по эффективности и целесообразности ее внедрения, по, так скажем, тем эффектам, которые она позволяет для данной организации решить, закрыть ее потребности в этом отношении. И, соответственно, площадка может принять для себя решение здесь и сейчас о внедрении того или иного продукта у себя. Мало того, в процессе проведения пилотного тестирования компании-разработчики проводят обучение, как правило, проводят обучение сотрудников площадки работе с тем или иным инновационным решением. И площадка может на конкурентной основе имеющийся уже внедренный продукт у себя сравнить с новым технологическим решением и принять для себя решение о возможности замены одного другим. Понимая ту часть, что проведение пилотного тестирования для технологической компании, как правило, это МСП, малые компании, является делом затратным. В этом году мы запустили процесс выделения грантовых средств на покрытие издержек организации на проведение пилотного тестирования. То есть, условно, каждый МСП может получить грант в размере до 2 миллионов рублей на то, чтобы закрыть свои потребности в привлечении дополнительных инструментов к своему инновационному решению, чтобы, так скажем, условно, можно было это пилотное тестирование провести. К примеру, есть ряд инновационных решений, которые, условно, можно протестировать, например, на площадке безопасности или образовательной площадке. Но сама площадка к этому не готова. Необходимо провести дополнительные работы по адаптации этой площадки. Вот, условно, те затраты, которые организация будет вести для адаптирования площадки, мы можем со своей стороны покрыть данные затраты. Логистические процессы, процессы, связанные с сертификацией, процессы, связанные с необходимостью привлечения дополнительных инструментов, аренды оборудования и так далее. Да, я уже заканчиваю. У нас на текущий момент, как уже говорил, большое количество пилотных тестирований завершилось и завершилось успешно. В образовательной тематике у нас есть хорошие примеры привлечения VR-технологий для, так скажем, обучения студентов. Но также и не сказал, у нас есть очень хорошие примеры, когда сами студенты участвуют в разработке каких-то инновационных решений, и вот их уже потом пилотируем в других образовательных учреждениях. То есть, по сути, получается, что сами образовательные площадки участвуют в разработке образовательных технологий для других образовательных либо отраслевых площадок. Прошу прощения. Спасибо большое. Внизу страницы представлен QR-код, по которому можно будет перейти и более детально ознакомиться с программой пилотного тестирования. Спасибо, Александр Александрович. Я думаю, что коллеги, которые присутствуют, заинтересуются, да, из организации, может быть, возможностью стать такой тестировочной площадкой. Но она, может быть, стоит действительно задуматься о том, чтобы наших студентов подвигать к тому, чтобы разрабатывать что-то и самим потом представлять для вот этого самого тестирования. Спасибо.
Следующий мой вопрос Александру Александровичу Перцеву, директору, заместителю директора Института содержания методов и технологий образования Московского городского педагогического университета. Коллеги курируют такой большой проект Москвы, Московская электронная школа, и мы с вами так или иначе все являемся его пользователями, да? И все на себя его ощущаем, как педагоги, как родители, как те, кто взаимодействует со школьниками, да, и здесь нам хотелось бы, ну, узнать, какие сейчас реалии, как развивается Московская электронная школа и что нас ждет впереди с точки зрения вот цифры. Светлана Николаевна, обязательно расскажу. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, Московская электронная школа – это такая платформа, которая из сугубо профессионального сервиса на этапе его становления стала образовательной площадкой, которой действительно пользуется огромное количество людей, в частности москвичей. Если мы говорим о цифрах, это более 1 000 000 школьников. У нас есть еще достаточно большая часть дошкольников, у каждого из этих детей родители, законные представители. Таким образом, хотим мы этого или нет, но все мы являемся, практически все, частью пользователей данной системы. Не говоря уже о педагогах, администрации образовательной организации и других сотрудников, которые имеют доступ к данному сервису. И за время работы Московской электронной школы он стал из такого инструмента, который, может быть, там где-то приходилось работать без особого желания, действительно большим помощником учителю и очень хорошим подспорьем для ребенка и его семьи. И причина, ну, одна из причин заключается в том, что развитие, точнее направление развития Московской электронной школы, они представлены на экране, все сервисы, которые появляются, обновляются, дорабатываются, какие-то упраздняются, они реализуются с двух позиций. Это персонализация этих сервисов и интеграция. Как между друг другом интеграция, так и с другими какими-то сервисами, которыми пользуются жители города Москвы. Помимо этого, при внедрении и доработке различных сервисов Московской электронной школы здесь несколько позиций учитываются. Во-первых, это запросы всех участников образовательных отношений, то есть от администрации образовательных организаций, учителей и учеников и их родителей. Далее мы, безусловно, учитываем аналитические данные, то есть система собрана таким образом, и вот те принципы, которые были в начале, мы с их учетом можем увидеть, какие есть сейчас проблемы в какой-то конкретной школе, вплоть до конкретного ребенка. Что, на что следует обратить внимание, что и как и зачем мы должны делать. Далее, безусловно, все требования нормативно-правовой базы, которые также часто обновляются, они учитываются при реализации тех или иных проектов в рамках Московской электронной школы. И городские проекты, которые инициирует департамент образования, также являются для нас каким-то таким ключевым моментом для того, чтобы внедрять новые сервисы и обновлять старые. Таким образом, вот консолидация того, что представлено на слайде, она позволяет интеграцию и диверсификацию и персонализацию сервисов проводить таким образом, чтобы пользование и опыт пользования системой был максимально эффективным и удобным, потому что для такого крупного сервиса, как Московская электронная школа, важно, чтобы всем пользователям, а это абсолютно разные люди, было удобно пользоваться, и чтобы данный сервис решал конкретные проблемы и отвечал на конкретные вопросы достаточно большого количества людей. Далее, если мы говорим об обновлении каких-то основных сервисов, может быть, коллеги, для тех, кто там не в полной мере в курсе, Московская электронная школа представляет собой систему, в которой отражено в цифровом виде все, что происходит в образовательной организации. От каких-то крупных событий, там, к примеру, составления учебного плана или расписания администрации школы, до выставления отметок учителям, я не знаю, энок в журнале, все что угодно. И все, абсолютно все участники образовательных отношений, в зависимости
зависимости от роли, имеют доступ к данной информации. То есть все максимально прозрачно, от расписания ребенка до там, причины пропуска, все, кому нужно, в зависимости от роли, имеют доступ к этим данным, что позволяет, повторюсь, оперативно реагировать на те или иные вопросы и проблемы. Если мы начинаем с содержания, то тематический каркас, он представляет собой такую связующую сущность всего содержания в Московской электронной школе и представляет из себя справочник предметов, по каждому из которых есть темы и дидактические единицы, которые где-то детализируют содержание тех или иных тем, учебных предметов и учебных курсов. Все это дело обновляется в зависимости от потребностей учеников, школ, города. Далее, планируемые результаты. Не совсем очевидная вещь, наверное, для тех, кто сталкивается с ними в первый раз. Это такая сущность, которая же отражает в себе те результаты, которые должен достичь ребенок, планируется, чтобы он их достиг, при изучении конкретной темы учебного предмета. Мы сейчас чуть позже про них поговорим, почему, в чем их такая вообще важность обратно. И почему они так важны. Далее, большая часть Московской электронной школы – это контент библиотеки, а точнее библиотека Московской электронной школы, в которой представлен контент по абсолютно всем учебным предметам, контент разного плана, контент этот постоянно обновляется, то, что становится ненужным, его данный контент неактуальный, его убирают, новый, доработанный, красивый, эффективный добавляют, абсолютно разные типы контентов, я понимаю, сейчас у нас, наверное, нет времени немножко по регламенту о всех них рассказывать. Плюс, большой коллеги, плюс библиотеки Московской электронной школы, она доступна абсолютно всем пользователям сети интернет. Вы можете перейти на сайт учебник.мос.ру и погрузиться в мир образовательных материалов, созданных, что самое главное, созданных не только там, профессиональными разработчиками контента, какими-то специальными изданиями, хотя такой материал тоже есть, но созданных учителями, которые учат сегодня наших с вами детей. Это очень большое дело и очень классная площадка для учителя, для того, чтобы поделиться опытом, потому что если раньше учителю необходимо было, ну, я даже не знаю, чтобы его там конспект урока попал в другую школу, а тем более там в несколько школ, что ему нужно было сделать, теперь достаточно разместить материал, который грамотно сформулирован, который будет удобен, полезен для использования учителями других школ, и он попадает в общий доступ, в поурочное планирование других учителей, если они сочтут это нужным, в домашние задания и так далее. То есть это огромная площадка для того, чтобы поделиться своими методическими предметными наработками для учителей, которые хотят это сделать. Они только радуются, конечно. Далее, электронный журнал для учителя. Я думаю, все примерно представляют, что это такое. Здесь из новинок шаблоны КТП – это не совсем новшество, но дело в том, что те пакетные решения, которые идут вместе с Московской электронной школой, к примеру, при реализации какого-то проекта, мы не только там даем материал и говорим, вот, пожалуйста, делайте. Но все нормативные документы, все материалы для учителя, ребенка, в том числе шаблоны КТП, календарь математических планов. Коллеги, если кто-то не знает, это план изучения предмета в течение года, который учитель составляет перед началом учебного года. Все это актуализируется и наполняется содержанием, предоставляются шаблоны, которые учитель может спокойно себе корректировать под нужды каждого конкретного ребенка, под каждый конкретный класс. А далее, если честно, я даже не вижу, что там дальше написано. Конструктор проектов. Думаю, здесь он не требует какого-то особого описания. И оценка, наверное, достижения планируемых результатов. Дело в том, что учитель в КТП учитель, я уже объяснил, что такое КТП, учитель к урокам прикрепляет результаты, которые должны быть планируется, точнее, ребенком к детьми к достижению. И в зависимости от среднего балла ребенка по той или иной теме, в зависимости от выполнения индивидуальных заданий, такой функционал тоже есть в Московской электронной школе, каждым отдельным ребенком учитель
на своем уровне может сформировать представление о том, насколько, опять же, сформированы те или иные планируемые результаты, не просто какие знания получены ребенком, не просто какой там объем, что знает ребенка, а что он умеет делать по каждой отдельной теме и по каждому отдельному предмету. Далее мы, наверное, переходим к электронному журналу для администрации. Здесь из таких новинок это конструктор контрольных работ, который позволяет планировать контрольные работы для всей школы и видеть, чтобы не было нигде перекосов по количеству контрольных работ, не было где-то излишней нагрузки на детей. Все контрольные работы спланированы заранее, выдаются учителями там, в нужной последовательности, и все прекрасно функционирует. И отчеты, которые позволяют следить за всей этой огромной системой внутри образовательной организации отдельной. Последний, но не по значению, пункт – это электронный дневник для ученика. Дело в том, что в отличие, там, к примеру, от системы там, каких-то цифровых систем здравоохранения, здесь, наверное, большая такая интерактивность со стороны пользователей, если сравнивать, опять же, с медицинскими системами, вот со стороны ученика с электронным журналом. То есть он не только позволяет видеть, что не так, он еще и рекомендует самому ребенку, какие, в случае, если есть какие-то проблемы с изучением отдельных тем, предметов, где-то отметки чуть ниже, чем хотелось бы, электронный дневник рекомендует, во-первых, контент, который необходимо изучить для того, чтобы подтянуть те или иные знания, те или иные результаты. И, во-вторых, он позволяет отслеживать, присылает персональные сводки по успеваемости, по тому, что получилось, что не получилось, и что нужно сделать ученику самостоятельно, ну и вместе с учителем, для того, чтобы таких каких-то неприятных моментов избежать. Если очень коротко, да, все, заканчиваю. Единственное, я хотел в конце сказать, что вот те принципы, о которых я говорил ранее, и вот эта общая прозрачность, они дают очень большие возможности по корректированию, внесению изменений, доработке образовательного процесса, потому что мы можем точечно, если можно так сказать, опять же, проводя параллели с медициной, производить лечение отдельных проблем и выявлять какие-то закономерности, всякое такое. Спасибо, коллеги. Спасибо, Александр. Коллеги, ну вот, мне кажется, что действительно мы нашли такие точки соприкосновения в этой самой цифровой дидактике, да, того, как мы обучаем и педагогов, как мы работаем, да, с детьми, как мы обучаем студентов. То есть общие принципы, есть общие задачи, да, и инструменты могут быть немного разные, но тем не менее на разных уровнях, обучая этим инструментам, начиная со школы, дальше в ВУЗе и потом переходя уже на основное место работы, когда выпускник ВУЗа выходит на работу, он уже не боится этих самых цифровых инструментов. Да? И таким образом он уже те компетенции, которые у него сформированы, он начинает их применять, изменяя ту среду, в которой он находится, да? Где, будучи он на работе, в образовании или досуговая деятельность, потому что музей не обязательно же образовательная деятельность, это может быть и досуговая деятельность, которая у нас так или иначе сядет. Ну, я хотела бы вот задать, может быть, коротко такой экспресс-опрос, потому что уже мы близимся к завершению. Как вы считаете, является ли сам город, вот мы сейчас, наверное, больше говорили об образовании как ресурсе для города, да, потому что, получая образование, используя все эти инструменты, образование является ресурсом для развития города. А вот наш город, он является ресурсом развития для образования или нет? Потому что я, наверное, не во всех выступлениях это услышала. Может быть, это вопрос на то, чтобы подумать, а как мы используем те или иные ресурсы города для того, чтобы их включить в образование?
да, ресурсы других организаций, не обязательно образовательных, ну, это может быть все, что угодно, да, наверное, об этом можно больше подумать и уже поговорить на отдельной сессии, хотя, наверное, развивая себя, развивая образование, развивается город, и город должен влиять на нас с вами, потому что город должен ставить перед нами какие-то задачи, которые мы образованием должны решить. Я благодарю вас всех за согласие, за участие. К моим словам благодарности присоединяются слушатели, потому что слушатели выражают благодарность всем спикерам. Вы потом сможете прочитать. Сначала были персональные благодарности, потом уже пошли коллективные. И закончить наш круглый стол, наше обсуждение, я хотела бы несколькими комментариями. Коллеги пишут, что им кажется, что ближайшие 10 лет нас ждет небывалый прорыв, исходя из того, что вы все сегодня рассказывали. И это открывает большой простор не только для повышения качества лечения, обучения и всего, но и для научных открытий. И мне кажется, что это очень и очень важно, если еще эти научные открытия, которые будут затем тестироваться на тех же самых образовательных площадках. И коллеги вам советуют, проставляйте хэштеги «Развивайте СММ», чтобы побольше людей узнали о вашей деятельности. Я думаю, что это, наверное, всем важно, чтобы то, что вы делаете на своих местах, было доступно, об этом знали и ваш опыт тоже использовали и применяли. Мне кажется, что это очень и очень важно. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо за приглашение.